с той стороны. Да, заходил. Я поднял сразу. Так. Скорая разговора. Скорая помощь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вызвать? А что случилось у вас? Ребенка 39,9 не попадает. Что беспокоит-то вас? Не могу прямо. Вот здесь вот. Смотрю. С этими ночными сменами уже весь график перепутался. Иногда приходишь, вообще ночь не спишь, вроде в душ сходишь, и уже, кажется, 5 минут ты поспала, 5 минут, вот глубоко-глубоко, а потом уже все, мечешься и не знаешь, думаешь, да надо вставать. Ну, то есть уже биоритмы все сбиты. Ну, первые очень нервные. Что это? Здравствуйте. Людмила Николаевна, у вас инфаркт миокарда. От этого заболевания бывает, что и умирают. И умирают очень часто. А теперь к вам вопрос. В больницу поедем? Нет. Вы, кто будете? Теперь объясняет дальнейшее. Стоп. Вас-то уже не будет, а меня посадить в тюрьму можно. Тяжело очень. А когда летом было по 320, по 350 вызовов, и было 15-12 бригад, ты представляешь, какая нагрузка была? Мы по 8, по 10 часов не выходили из машины, мы не знали, где в туалет сходить. Че? Она упала в обморок у меня, гипогликемия. То есть сахара уже в крови нет, мы есть, мы голодные. Здравствуйте. Я на остановке веду мужчину без сознания. Не спать. Спать не надо. Болеем, не выходим на работу все равно, потому что нас ругают за то, что мы болеем. У нее, 22. Это не, дома не бывает, представляете, никакой личной жизни, молодая девчонка. Вообще, вот так вот. Ну, я где-то, может, если на 150, около 30. Во всем мире, в странах Запада, в Америке, медики и юристы, у них зарплата, если скажут, кем ты работаешь, там, я врач, медик, там, да, они, у них зарплата самая высокооплачиваемая. У нас же в России медики самая низкооплачиваемая зарплата. Почему у нас сейчас нехватка кадров идет? Потому что за такие деньги и с такой нагрузкой никто не хотят работать. А я вот все равно не представляю жизнь без скорой. Кто уходит, они возвращаются. Настолько это вот... Сижу в отпуске, причем, не зачеркиваю. Да? Причем тяжелая работа, да, не скажешь. И ночи, и всяко. И все равно я счастлива, что я здесь... Состояние, такие чувства, вот прям чувствуешь себя как Господом Богом почти, что он там хотел взять, а ты его назад. И вот это вот все, что за год, за многие годы накапливается, усталость, разочарование даже, там всякие проблемы, вот это уходит все моментально, и уже как бы на крыльях опять начинаешь. Вот для меня так это вообще счастье. Вот.